Раз, два. Теперь я себя не вижу. У меня включено. Все прекрасно, тебя видно и слышно. Так, убирая себя в левую сторону. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну мы начинаем. Почему я себя не вижу? Плохо-то хотя бы себя видеть. Раз, два, три. Мы видим вас. Маленькое фото с правой стороны наверху. Справа или слева? У меня должно быть... Виталий, все прекрасно. Не отвлекайся, пожалуйста, начинай. Все. 11:03. Добрый день всем. Добрый день, партнеры, гости нашего онлайн, нашей онлайн-встречи. Вас всех с праздником. Сегодня спрашивал, думал, чем же такое пошутить, да, вот, и сегодня уже столько много в адрес шуток, что подумал, что люди могут принять все за чистую монету, поэтому нашей презентации сегодня не будет. Всем добрый день, дамы и господа, партнеры, гости. Рада всех приветствовать, всех с праздником. Сегодня 1 апреля, никому не веря. Весна уже на дворе. Сегодня, несмотря на то, что вроде бы как у нас в Германии, здесь в Берлине, нету солнца, но птички поют, встречают весну. Вот. И мы начинаем свою презентацию. Презентация возможностей компании EPL. Компания EPL... Аббревиатура расшифровывается как антивозрастная продуктовая линия. Я, с вашего позволения, должен представиться. Меня зовут Виталий, фамилия Бертрам. Уже больше 26 лет проживаем в Германии. Всю свою сознательную жизнь занимались коммерцией. Поэтому есть большой опыт работы 3 года именно в индустрии финансов. Есть также очень большой опыт, 20 лет опыт прямых продаж. Вот, и уже 6 лет, как мы познакомились с компанией EPL, на тот момент не искали себе дополнительных возможностей дохода, не искали продукт. Вот, по моей воле, судьбе, наверное, все-таки просили когда-то именно, чтобы у нас был такой бизнес, чтобы люди сами приходили, да, чтобы люди сами интересовались. И, наверное, вот наше желание притянуло именно к компании EPL. И сегодня мы сами себе благодарны. Благодарны в первую очередь себе за то, что мы убрали нашу значимость, мы убрали свою гордыню, убрали вот недопонимание, может быть, каких-то пониманий работы сетевой индустрии. Вот были очень такие вот спорные внутренние борьба такая, внутренняя борьба, да, правильно, неправильно, потому что есть другой опыт, казалось бы, все идет вразрез нашему опыту. А сегодня я говорю, что мы именно транслируем компанию EPL как компанию будущего. И на сегодняшний день мы являемся руководителем регионального центра обслуживания Берлина. На протяжении вот этих 6 лет, конечно, наш опыт сказался, поэтому мы были обладателями «Золотого листка» в 2017 году «Лучший рекрутер», обладателя «Золотого значка» лично «Венцель» Сергей Сергеевич Куликова, это наш основатель, президент. Естественно, на протяжении времени участвовали во всех абсолютно круизах, когда это было возможно. Были победителем летней академии в 2018 году, миссии Майами. Рекомендую всем просмотреть двухчасовой ролик компании EPL, именно летняя академия в Майами. Участвовали также в академии «Дикая Панама», участники Golden People с 2017 года по 2022 год. Также входим в закрытые клубы. А клуб Diamond трижды. Diamond. Это типа наши спонсоры, да, которые над Сергеем. Кто-то со мной повторяет. Я благодарю за комментарии.
И мы сегодня начинаем именно нашу презентацию. В компании PL мы работаем семейным контрактом с супругой Надеждой. Она по ту сторону сейчас экрана, да, для нас запускает новых людей, которые присоединяются. У нас сейчас берлинское время 11 часов, и мы начинаем нашу трансляцию. Добро пожаловать! Да, благодарю, Надежда, тебя за поддержку. И хотел сказать, что у нас с Надеждой семейный контракт. И сегодня все, что я буду давать информацию, это именно на опыте. Так, у меня завис компьютер, как всегда. Так, на нашем опыте. Почему я начал именно презентацию со своего личного опыта, потому что ситуация, как правило, всегда циклично повторяется. Поэтому сегодня ситуация на рынке складывается таким образом. Это политическая ситуация, это экономическая ситуация, именно ситуация на рынке. Особенно во время пандемии многие люди на себе это почувствовали, что те, которые даже буквально вчера еще думали, что они находятся на работе, она надежная работа, высокооплачиваемая, или кто-то открыл свой филиал, какое-то свое представительство. Да, были шокированы тем, что ситуация мгновенно поменялась. Многие компании ушли с рынка, многие офисы закрывали, люди просто не понимали даже, где нахуй. У меня какая-то полоса здесь такая появилась. Даже не знаю, кто-то рисует, Надежда, или нарисовал вместе со мной. Она была, не отвлекайся. Хорошо. Ситуация на рынке всегда повторяется, поэтому часто те люди, которые уже наблюдая за экономикой, да, то есть уже почувствовали, что нужно всегда что-то заниматься тем, что могло оставить возможность, да, именно жить в лучших условиях. И поэтому те, которые по ту сторону экрана, мы рекомендуем, обратите внимание на компанию APL. Компания APL дает возможность, и этой возможности вы можете, конечно же, воспользоваться, как и мы на своем примере. Поэтому обратите внимание, если вас все в жизни устраивает, у вас нет проблем на работе, у вас нет проблем с руководством, может быть, у вас все прекрасно в семье, да, вы можете себе позволить отдых, где вы хотите, когда хотите. То есть вы абсолютно не раздражительны, у вас все прекрасно с нервами, да, то есть, да, часто бывает так, что люди просто вынуждены именно работать на двух-трех работах, устают, домашняя суета, проблемы, может быть, дети, чтобы молодежь, может быть, помочь, внуки, приходится очень большое внимание уделять, да, чтобы как-то именно быть на плаву, то есть наслаждаться жизнью, и как Киосаки говорил, именно крысиные бега, да, то есть вот многие, масса людей, нормальные, от слова норма, живут в норме, да, но они постоянно вот именно в бегах, вот в таких, в суете, да, крысиные бега он называл, то есть это наша повседневная суета, и часто проходит жизнь, она быстро проходит, это многие уже заметили, и люди, когда уже вроде бы говорили, что вот я начну путешествовать или когда у меня будет пенсия, и приходя вот этот момент отдыха на пенсию, да, вынуждены подрабатывать, вынуждены просто, потому что доход, который, ну, не позволяет им именно быть всегда именно вот в удовольствии, да, получать удовольствие от жизни. Что такое? Поэтому у каждого из нас есть цели и желания. У каждого из нас есть, может быть, мечты, и поэтому компания PL дает возможность нам осуществить эти цели и желания, именно, может быть, детскую вот эту вот жгучую мечту. И поэтому, обращаясь по ту сторону экрана, вам говорю, задумайтесь, проверьте просто, возьмите листок бумаги и напишите плюсы, минусы, те, которые вы сегодня услышите,
И если больше плюсов будет в вашем желании, то, возможно, вы примете решение присоединиться к нашей дружной команде и быть частью большого, великого дела, международного дела. И, может быть, вписать, как я всегда говорю, вписать свою фамилию именно в развитие компании EPO. Поэтому вы должны для себя знать, что вам интересно, что вам важно. То есть, может быть, кто-то хотел бы сегодня поменять свой автомобиль или, может быть, купить новый автомобиль. Кто-то хотел, может быть, посещать те места, которые он, может, когда-то мечтал, просто посмотреть, да, то есть, или, может быть, вы с семьей, с детьми, с внуками поехать в то место, где, может быть, когда-то уже были. Это же, конечно, может быть, я знаю, очень большая мечта такая построить или купить недвижимость где-нибудь у моря, да, вот как говорят себе, как на дачу выездить, как такой домик путешествия, да. Или, может быть, кто-то мечтал купить свой дом, или, может быть, своими руками, да, именно создать тот дом, который он мечтал, да, построить, да, именно тут, то есть расположение именно комнат, может быть, мебель, да, вот большой семейный стол, да, где собирается вся, один раз, может быть, в квартал, может быть, в месяц вся семья, и вы завтракаете где-то на большой террасе вместе со всеми внуками, да, это очень важно, общение, именно семейное общение, почему? Потому что мы все одинаково устроены, мы учимся на своих, может быть, ошибках, многие учатся, умные учатся на чужих ошибках, да, но дети, наши дети, наши внуки, они всегда учатся на примере родителей, на примере бабушки с дедушкой. Поэтому мы вам предлагаем именно посмотреть именно с той стороны, чтобы вы были счастливыми. Именно что значит счастье? Счастье – это значит жить именно в гармонии. Гармонии самого себя, а в гармонии – это значит, должна быть любимая работа, которая принесет именно хорошее настроение, да? То есть с удовольствием идти на работу. Это, конечно, та работа или хобби, может, которая дополнительно приносит хороший доход. Естественно, эта работа должна приносить удовольствие, чтобы и поддержать свое здоровье, чтобы не было нервных стрессов, раздражения. Это же, конечно, улучшить, может быть, свой быт. Это, может быть, путешествовать или отдыхать там, где вы хотели бы. Это много-много другое. Это друзья, знакомые, это все, что вас окружает. Конечно же, это же любовь, отношения, вот это, и поэтому это всегда ваш выбор. Вот все, что на сегодняшний день вы имеете, это ваш личный выбор, да, то есть никто в этом не виноват, то, что вы, может быть, кто-то не смог осуществить когда-то свою цель или какую-то мечту, поэтому все начинается именно с семьи. И я вам желаю именно услышать и, может быть, пару раз прослушать эту презентацию и для себя принять решение, что да, что это может быть для вас тот момент, где вы можете изменить именно себя, в первую очередь себя. Часто многие говорят, вот если бы я в свое время, да, часто бывает, слышу от пожилых людей, вот я когда был молодой, вот это было, вот тогда я мог. Как бы люди всегда живут вот вчерашним. Но часто мы говорим о том, что успех, 80% успеха – это появиться в нужном месте в нужное время. Вот, поэтому я думаю и уверен просто, что, может быть, эта презентация для кого-то откроет именно мир возможностей. То есть изменить его жизнь, и в этом наша цель, в этом наша миссия – именно помочь через инструмент компании APL осуществить свои цели и желания. Поэтому не бойтесь перемен, иначе ваши мечты так останутся просто мечтами. Поэтому приглашаем вас задуматься просто над тем, что нас окружает с вами, хотим мы или не хотим, именно много разных предложений. Очень много разных предложений, и я уверен, что вы, глядя на эту фолию, на эту картинку, увидите для себя знакомые компании.
уверен, неважно сейчас, это европейские компании, но я думаю, по ту сторону именно людей с бывшего Советского Союза тоже увидят здесь для себя много компаний, которые просто знакомы. IKEA, McDonald's, я не знаю, Coca-Cola, Sony, то есть... разные Siemens, например, да, то есть разные компании, да, они почему они стали известны, почему они стали популярны, почему они не у людей не вызывают недоверие, потому что мы уже их знаем даже по рекламным роликам, да, то есть мы знаем их по тем услугам или продуктам, которые мы с вами употребляем. Поэтому сегодня легко сказать, если компания McDonald's, например, изобрела бы любой качественный продукт, и мы бы не задавали себе вопросов, насколько он качественный, насколько он хороший, хотя многие, может быть, и относятся скептически, да, к, например, Coca-Cola, да, или бургеры, но тем не менее многие люди пользуются услугами этой компании. Поэтому компания EPL – это новая компания, динамично развивается в международном рынке. APL Go, к счастью, к нашему с вами счастью, малоизвестная компания. Но она на рынок уже в 11 лет тому назад зашла именно с простой идеей. Идея или продуктом питания на базе технологий Accumulate SA. То есть гениально все в жизни очень просто. И мы с вами являемся тем, или можем стать теми людьми, пионерами, может быть, которые сегодня сами кирпич за кирпичиком помогают именно стать этой компанией популярной, известной. Потому что мы с вами в первую очередь именно потребители продукции компании EPL. Именно компания EPL нас привлекла с надеждой, я уже говорил, именно своим продуктом. Продукт, которым мы почувствовали именно результаты, в продукт, который мы увидели именно будущее. И мы благодарим руководство и в главе Сергея Сергеевича, что он когда-то, будучи 11 лет назад, не прошел мимо, да, обратил внимание на эту технологию, которую в свое время разрабатывали итальянские ученые, да, и увидел тоже в этой технологии будущее. Будущее, именно которое он с помощью продукции уже компании EPL дал всему миру. Поэтому компания открывает для нас, для всех именно потребителей и партнеров целый мир возможностей. И это не просто слова. Почему? Потому что действительно Сергей Сергеевич и на своем примере показывает нам, что жить можно красиво прямо здесь и сейчас. То есть не когда-то через 10-20 лет, а именно здесь и сейчас, то есть делать вещи, которые вы любите. Быть именно здесь и сейчас благодарным, что вы сегодня смогли услышать нас и присоединиться, и почувствовать, может быть, вот это отношение, да, людей, общение, может быть, партнеров компании EPL. Когда-то мы встречались с руководством, и один из больших лидеров нам сказали, что люди в компании EPL, почему-то это уже было наблюдение такое, жадные и завистливые не удерживаются. Сегодня мы понимаем уже с надеждой на нашем примере, что это действительно так, что именно жадные и завистливые люди в компании не удерживаются, потому что мир меняется. Мир меняется, именно люди меняются. Сегодня люди объединяют именно душевные, да, качества. Поэтому вот это вот идиллия, кто-то со мной еще говорит, именно вот эта возможность наслаждаться жизнью. Конечно же, компания несет именно семейные традиции, семейные ценности. Поэтому мы говорим, что компания – это не просто бизнес. Компания – это компания новой формации, которая к нам зашла с территории, да, именно России по пространству Европы. Да, и мы с вами, русскоговорящие, да, именно получаем информацию от источника, да, на русском языке. Сергей Сергеевич Куликов, как я уже сказал, президент-основатель компании, является владельцем, да, которая вместе с своей супругой Ольгой Владимировной Куликова создали именно компанию новой формации. Да, и как мы часто любим говорить, именно пазлы –
которые для сетевой индустрии именно сошлись. Это же, конечно, мы говорим, руководство. Сегодня насчитывает компания более 100 партнеров, да, сотрудников, которые работают на успех наших партнеров. Это же плечо и поддержка Оли Владимировны, которая является директором креативного отдела. И все вот эти вот красивые слайды именно приготовила команда под ее руководством. Я сегодня именно затрону каждую тему пазла, чтобы вы увидели именно уникальность Сергея Сергеевича в будущем, еще в 17 лет, познакомившись с сетевой индустрией, поставил себе амбициозную цель именно создать такую компанию, да, которая бы именно покорила весь мировой рынок именно сетевой индустрии. Что касается именно продуктовой компании, которая несет людям именно пользу, добро и возможность, конечно, использовать инструмент для достижения целей и желаний. Компания EPL – это компания, которая имеет свою собственную технологию, мы об этом тоже поговорим. Компания EPL имеет собственное производство, которое находится здесь у нас в Европе. Мало того, могу сказать, что сегодня буквально, может быть, несколько месяцев будет открыть еще одно производство именно на территории России, в Подмосковье. Мы с нетерпением ждем этого грандиозного события. Это позволяет нам, независимо от экономических каких-то турбулентностей, да, то есть именно обеспечивать всех абсолютно продукцией компании EPL. Причем продукция, начиная от новорожденных людей, заканчивая пожилыми людьми. То есть спектр мы охватываем абсолютно все население нашей прекрасной планеты. Сегодня компания EPL, благодаря именно технологии продукта, открыла уже 25 стран. Что мы говорим «открыл» до 25? Это именно представительство, которое находится официальное в рамках именно юридических, в рамках не просто разрешения предлагать онлайн-продукцию, а непосредственно, как, например, в Германии открыто дочернее предприятие, и мы именно в Европе работаем под началом европейской компании EPL Go, которая также является руководителем Сергей Сергеевич. Да, на, естественно, любое предприятие, когда многие говорят, насколько надежна ваша компания, я всегда говорю так, что многие компании, конечно, заходят на рынок на год, на два, на три, может быть, с какими-то услугами, предложениями, но наша компания заходит именно с продукцией, и не стала бы компания открывать уже свое производство, да и не одно, а уже два, инвестировать в производство, если бы она не планировала свой долгосрочный проект, да, долгосрочное, то есть долгосрочное построение именно международного бизнеса. Конечно, поэтому любое предприятие, что именно имеет работу с продовольствием, конечно же, сертифицировано. И мы сегодня благодарим руководство, что несмотря на то, что компания имеет очень много разных сертификатов, дополнительно в каждой стране делаются сертификаты, подтверждающие качество продукции, да, именно полезность этой продукции. И поэтому компания уже получила дополнительные многие сертификаты, такие как халяль и кошерность. Естественно, на производстве, само производство имеет технологию, о которой я уже говорил, а вот сырьем, поставщиком являются крупные лаборатории, которые для нас составляют именно формулу, которая подбирается те или другие травы, растения, коренья. И на примере это одна из компаний в Израиле, Bara Herbs, которая является именно серьезным поставщиком, который контролирует качество именно сырья, которое именно предлагается компании EPL. Компания EPL имеет на базе этой уникальной технологии продукты, которые мы говорили уже, покорили, да, многих просто многих покорили и меняют мир. И действительно мы видим уже на своем примере, что те люди, которые понимают именно суть продукции, не просто рассматривают как продукт леденцовый карамель, как просто конфеты, а именно в этом увидели уникальность технологии, да, и получили уже свои результаты. И мы видим, вот это мы говорили с Надеждой уже, это была наша мечта, чтобы люди приходили и хотели покупать эту продукцию. И у нас действительно многие люди
не звонит, чтобы присоединиться к компании для того, чтобы просто рассмотреть предложение заработка, а именно звонит для того, чтобы приобрести продукцию, потому что знакомые уже порекомендовали их именно попробовать этот уникальный продукт. Что такое технология Accumulate SA? Это нужно так понимать, что человечество издревно использовало разные корение, цветение, травки, да, нам запаривали, заваривали. На базе этого уже есть очень много информации о Аюрведе, китайская медицина, какая травка, с какой травкой лучше взаимодействует, какая травка может быть лучше или та, или другая лучше для нашего организма. И все это, всю эту историю именно развития натуральности наших трав объединила в себя компания EPL. Плюс ученые смогли уже разработать технологии таким образом, чтобы оставить именно полезные ценности именно трав растений и передать нашему организму. Поэтому мы говорим, наш продукт сегодня не нуждается в дополнительном каком-то хранении, не нужно растворять, разопаривать, заваривать, думать, когда принять, утром, вечером, в обед, забыли, не забыли. Наш продукт действительно работает 48 часов в организме. Да, и технология усиления трав растений, Accumulate SA, дает вот эту возможность именно целенаправленно продукта работать на наш организм. То есть именно питать нашу клетку. Сегодня многие компании предлагают именно клеточное питание, причем это такое уже завуалированное слово, которое каждый уже как ярлык пытается приделать к своему продукту, неважно, какого он значения. Да? То есть, поэтому действительно есть много разных хороших продуктов, но именно клеточное питание, мы говорим сегодня, это не продукты, которые идут через желудочно-кишечный тракт, а те продукты, которые непосредственно поступают в организм и именно целенаправленно работают на именно питание клетки. И наш продукт именно такого формата. Поэтому действует моментально. Можно показать в течение 17 секунд работы нашего продукта. Удобен в использовании. Приятно на вкус. Дети с удовольствием просят родителей, чтобы они все дали больше именно нашей продукции. То есть не нужно их заставлять, да, употреблять. Сделан на основе, как я уже сказал, инновационной технологии и содержит только полезные ингредиенты. Да, поэтому для тех, кто только первый раз слышит о компании, я всем рекомендую, возьмите сначала продукт, получите именно свою практику. И на базе этого я сейчас быстро пробегусь по тем основным продуктам, которые находятся в компании EPL. Air, так называемый. Этот продукт был разработан специально для тех, у кого проблемы именно с легочные проблемы. Да, этот продукт очень был востребован во время ковида, после ковидных синдромов, остатков. Поэтому посмотрите, да, на примере. То есть это значит не одну травку растений, которую можно заварить, не 2-3 сочетания с чем-то, а, например, уже целый комплекс подходов, именно куда входит именно витамин С, куда входят витамины Д, например, экстракты, вот, например, лимона, тоже очень много содержит витамина С. Посмотрите, ягода годжи, например, многие сегодня много покупают килограммами эту ягоду, зная ее полезность и ценность, используют в разные салаты. А мы говорим, представьте себе, у нас это в одном дрожже уже входит в спектр этих именно полезных трав и растений. Аир, да, мы можем только порекомендовать именно улучшить свое состояние, дать нашим легким вздохнуть полной грудью, дышать легко, мы говорим. Лично могу сказать на своем примере, да,
То есть уже получил результаты именно работы продукта, когда вот болел ковидом. Причем восстановительный процесс именно был всего лишь 3 дня, когда я уже почувствовал именно легкость вот в полной груди. Да? Поэтому можем только рекомендовать. Brain – это продукт «Мыслить всегда и везде». Брейн работает на именно восстановительный процесс нейронов головного мозга. Альцгеймер, Паркинсон. Это много продуктов. Эти продукты очень хорошо пользуются именно студенты. Молодежь, которая в период экзаменов, может быть, сдают экзамен для того, чтобы именно получить вот эту концентрацию. Да, например, тут находится вот прекрасный корень женьшень. То есть многие его знают, да, поэтому сегодня идут много споров, какой же женьшень лучше, белый женьшень, другой женьшень, императорский женьшень. Да, то есть мы именно имеем экстракты именно этих трав, растений в сочетании с многими другими полезными фруктами. Например. То есть тоже кофе, да, дает именно вот эту бодрость. Следующий продукт – это Happy. Будь счастлив здесь и сейчас. Основа этого продукта, да, то есть вы видите много, и ромашка, то есть успокоение такое, снять стрессовую ситуацию, да, именно принять этот стресс, именно вот не именно стрессовать, а именно спокойно подойти к этой проблеме. Именно банан, вот, например, прекрасное растение, которое многие люди в любом случае употребляют в своем рационе. Поэтому основа здесь является именно пудра из семян конопли. Сегодня тренды, многие компании говорят о том, что сегодня конопля, именно что касается не наркотической конопля, да, то есть используется, а мы знаем, что она действительно богата минералами, минералами, соединениями, которые полезны для нашего организма. И компания наша не секрет, да, то есть именно всегда смотрит, что на рынке востребовано, да, на что люди больше обращают внимание. Мы всегда можем сделать любой другой продукт на базе той или другого растения. Да, поэтому возьмите в свой рацион именно компании EPL Happy, например, то есть семена именно конопли. Следующий продукт, именно продукт чистки организма, это Alt. Альт – это продукт, который чистит токсины с нашего организма, именно очищает кровь. Этот продукт очень востребован людям, у которых проблема экзема, псориазы, дедермитис, кожные высыпания, да, может быть, просто кто-то хотел когда-нибудь вот бросить курить, да, вот эти вот токсины, им вот эта вот привычка притягивает, и люди опять начинают именно свою, не хотят менять свою привычку. Поэтому Альт помогает именно клеточном уровне убирать токсины с организма. Очень много результатов, особенно людей, кто именно страдает аллергией. Сегодня сейчас весна, начинается цветение. Я просто рекомендую, возьмите этот продукт. На нашем примере получили массу результатов, которые выставляем на свой YouTube-канал, где можно посмотреть именно с этими проблемами. Проблема аллергия. Неважно, какой формы. То есть очень много результатов, где аллергия просто уходит с организма. Мелс очень хорошо работает на очистку организма от паразитов. Маленький пример. Очень большое количество, смотрите, полезных веществ. И на примере вот семян тыквы скажу. Бабушка всегда говорила, если у детишек именно, да, глисты, можем так сказать, да, то есть именно тыквенные семечки помогают или создают условия, где они выходят. Поэтому, смотрите, в нашем мелсе семена тыквы, пожалуйста, присутствуют. Поэтому гвоздика, например, да, то есть, ну сколько можно, кто пробовал когда-нибудь скушать гвоздику? Вот попробуйте просто скушать ее, да, то есть она невкусная. Могу сказать, что очень хорошо гвоздику на террасе, есть специально вот такая вот у нас дозочка, где мы над свечкой держим вот гвоздику, она дает вот такой запах, и комары, и мухи покидают это помещение, и они просто вам не мешают находиться на террасе. Воспользуйтесь этой рекомендацией, поэтому гвоздика здесь, например, есть. И мы знаем на своем примере, что именно паразиты не убивают мелс, а создают неблагоприятные условия, и паразиты действительно покидают ваш организм, то есть дают вашему организму вздохнуть.
тоже. Поэтому чистка необходима, рекомендуется абсолютно делать всем. Рекомендация – это 2 раза в год. Но если вы даже 1 раз воспользуетесь продукцией компании EPL, вы скажете нам спасибо. Следующий новый продукт – это FIT. Сегодня это новинка. Мы с нетерпением ждем этот продукт. Руководство обещало, что к маю мы уже попробуем этот продукт. Этот продукт, которым сегодня, уже сегодня мы знаем, побьет все рекорды. Уже столько много запросов к нам идет именно этого продукта, потому что это путь к идеальному телу. И поэтому знаем, сколько сейчас весне, да, сезон плавательный, да, курортов, посещение купальных мест, и многие ждут просто, да, чтоб вот убрать свой лишний вес. Поэтому следите за новостями, как только будет продукт, мы обязательно будем во всеуслышание говорить о том, что все, он доступен, и мы вместе с вами будем именно получать уже результаты. И уже сегодня хочу вас пригласить на следующее, может быть, презентацию, скажем, через полгода, и мы уже будем показывать лично свои результаты. Поэтому ждем сами с нетерпением, вам рекомендуем уже сегодня присоединяться, и до того, как придет уже продукт, может быть, сделать чистку своему организму. Следующий продукт – это ГРВ, минерально-витаминный комплекс, очень большое содержание витамина С, его очень любят дети, поэтому бабушки по ту сторону экрана, вы можете уже своим детям, внукам именно дать этот продукт в школу, в садик. Многие просто благодарят и говорят о том, что вот этот год зима прошла, именно и наши дети, в отношении к другим вообще не болели, да, то есть поэтому мы благодарны этому продукту. И по результатам опроса бизнес-форум есть такая площадка, то есть наш ГРВ Немного подвисло. Виталь, ты завис. Сейчас буквально пару минут, Виталий вернется, и мы продолжим. Что-то случилось с камерой, потому что я стал себе... Тебя выбило. Тебе... Открывай презентацию, можешь продолжать. Да, тебя выбило. А кто тут? Подскажите, потому что я себя не вижу, к сожалению. Виталь, мы тебя видим, но мы не видим презентацию. Открываем, попробую сейчас. Пошла. Все прекрасно. Так, извиняюсь, да. Просто я заметил, что-то пошло не так. GTS дает именно энергию. И я уже говорил о том, что... Получил сообщение такое уже из Испании. Люди, которые занимаются спортом, велоспортом, подтвердили, да, что именно придает вот эту вот энергию, выносливость. И причем человек скушал не один GTS, да, а во время длительного заезда, так можно сказать, да, 5 штучек взял, да, и после того, как закончил свою дистанцию, да, говорит, что целый день еще был в таком состоянии, что готов был покорять, да, может быть, или делать олимпийские такие
рекорды, да, поэтому GTS дает нам энергию. Это тем людям, которые с утра привыкли пить кофе, может быть, сигареты, те люди, которые пьют Red Bull, может быть, какие-то напитки, то есть, пожалуйста, этот GTS заменяет, дает вам натуральный продукт, дает вам энергию. Следующий продукт – это Relax. Relax работает на успокоение организма на уровне клетки. Многие его говорят, что лучше высыпается, но я всегда подчеркиваю, что это не продукт снотворное. Он действительно успокаивает нервную систему на уровне клетки, и со временем люди начинают высыпаться и уходят именно в глубокий сон. То есть не от одного дрожжа сразу заснули, ни в коем случае, а именно успокаивает такой процесс. То есть процесс проходит сначала именно, любые продукты наши, идет процесс питания, и потом уже вызывает направление, да, именно вот такое снятие стресса. Следующий продукт – это наш слайд. Слайд – это продукт «Почувствуй радость движения». Это продукт, где действительно очень много молодых людей, спортсменов, да, тех людей, которые занимаются фитнесом, тренировками. Это ваш продукт. Почему? Потому что он именно помогает вашим суставам именно быть вот подвижными, да, снимает вот эти вот процессы, да, негативные, да, проблемы с коленями, проблема с поясничными, то есть именно на этом продукте очень много результатов позвоночных грыж, да, то есть каких-то симптомов вот неблагоприятных для суставов. Поэтому возьмите этот продукт. Этим продуктом мы каждый раз пользуемся на наших презентациях. Очень часто бывает так, что люди не могут поднять руку выше, да, вот при плечи, говорят, ой, не могу, у меня так что-то рука, хондроз различный, да. Даже на презентациях даем именно слайд SLD и STP стоп, и через 15 минут вызываем именно на сцену тех людей, которые буквально какое-то время не могли просто присесть или не могли поднять руку. И здесь после 15 минут уже люди видят результаты. Это удивительно просто наблюдать, когда сами люди, особенно пожилого возраста, не могли присесть, да, и потом подняться, то есть не могут, да, говорят, ой, я никогда это не сделаю. А через 15 минут на глазах у большой аудитории, да, готовы присесть и опять встать и пройтись. Поэтому только можем рекомендовать именно взять этот продукт и получить свои результаты. Стоп снимает воспалительные процессы, боли, зубные, головные боли. Этот продукт мы часто используем в сочетании с другими продуктами. То есть как дополняет именно, усиливает эффект любого другого продукта. Почему? Потому что здесь находится именно, вот, например, перец стручковой, да, который разжижает кровь, да, это проблема холестерина у многих, малина, да, то есть очень хорошая вишня, вы видите, именно все, что делает нашу кровь жидкую, да, такую, да, да, богатая потом кислорода, чем она жидкая, чем больше кровообмена, обществ, то есть набирается именно кислорода, поэтому очень полезные свойства. Пожалуйста, этот продукт вы можете использовать всегда. Норм. Возьми свой сахар под контроль, мы же говорим. То есть это не продукт для сахарных диабетчиков, но очень много результатов именно тех людей, которые страдают сахарным диабетом, благодарят компанию EPL за то, что именно избавились от этих зависимостей, именно лекарственных зависимостей. И те люди, которые уже на инсулине, просто редуцировать свой инсулин, и этот продукт именно применяется после каждой еды. Поэтому только можем порекомендовать именно взять себе на вооружение этот продукт и получить свои личные результаты. Следующий продукт – это Power Man, Power Woman. Это мужской, женский продукт. Мы часто говорим именно сбой гормональный, но это будет неправильно. Мы говорим о том, что именно удержать свой фон гормональный, да, мужчины и женщины. Это все, что связано с мочеполовой системой. Смотрите, для мужчин просто говорю, возьмите этот продукт, получите свое удовольствие. Почему? Потому что корень женщин, я знаю, часто многим рекомендует, и мужчина делает настойки себе, да, именно повышает потенцию, имбирь. Посмотрите, да, именно гранат. Поэтому только могу сказать, возьмите, получите свои результаты, да, будете благодарны, что познакомились с компанией
пел. Это же касается и женщин, да, даже те, которые уже, как многие говорят, нету сексуального влечения, да, речь не идет именно конкретно, да, речь идет о поддержании именно вот этого фона, да, именно сбоя в организме, а это потом приводит к разным сбоям иммунной системы, к разным заболеваниям, поэтому это профилактика абсолютно для всех, начиная маленькие девочки именно с проблемными циклами, заканчивая именно женщинами в возрасте. Этот продукт необходимо просто каждому. Следующий продукт – это наш бьюти. Бьюти – это внутри косметика, любимый продукт именно женщин, потому что любая женщина, да, всегда хочет выглядеть привлекательно. Неважно, сколько ей, в какой возраст, и это именно продукт изнутри. Многие говорят, что рекомендуют косметику такую, сякую, да, все, что можно наложить на лицо, это все замечательно, за телом нужно ухаживать. Но если внутри идут токсины, да, если внутри идут закисления организма, то и снаружи сразу будет это демонстрировать. Наш организм все выбрасывает наружу, поэтому именно чистка изнутри. Это волосы, это ногти, это кожа, да, поэтому бьюти – это для вас, дорогие женщины, и мужчины в том числе, да, это внутри косметика. И на базе технологии Акумулит эссей Ольга Владимировна Куликова, как я уже говорил, супруга Сергея Сергеевича, именно как будущее, когда мама, героиня, можно уже сказать, мама трех детей, будущее, когда была именно в положении, да, задумалась о том, какой же косметикой ей лучше бы попользоваться для того, чтобы не было это... не отражалось на ребенке, да, и эта мысль пришла именно создать уникальную косметику даже для беременных. Да? Представьте себе, и эта косметика у нас сегодня есть в ассортименте. Натуральная косметика, которую не нужно хранить в холодильнике. Прекрасно в дизайне, в итальянском стекло вся продукция. И мало того, производится здесь, в Германии. Не тестируется на животных, да, без всяких химии. Без всяких химических соединений, действительно натурально, я только могу сказать, попробуйте, да, женщины, попробуйте просто косметика, и я уверен, что вы всю свою косметику замените именно на бренд компании Peel. Сегодня это международный бренд уже, и этот бренд набирает все больше и больше оборотов. Мы это просто видим, насколько много стало именно заказывать, женщины стали заказывать именно, и влюбляются в эту косметику. Хочу сказать, что она очень экономная, надолго хватает, и эффект, результаты просто шикарные. Да? Сегодня женщины у нас проходят партии, мы называем, да, рандеву, где именно проходят вот такие мастер-классы, приглашают очень много девушек, молодых девушек, которые сегодня обратили внимание на эту косметику. Следующий продукт – это повседневного спроса. Честно сказать, никогда не обращал внимания, но многие компании предлагают, например, такие как батончики на перекус. Я никогда не думал, сколько объема товарооборота делают эти продукты. Но участвуя в летней академии, мы на своем примере, попробовав именно вот эти вот батончики, да, именно получили как грандиозный, да, результат именно насыщения организма, когда вы отдаете много энергии, да, и именно это пополняет действительно это... То есть действительно на своем примере почувствовали вот эту вот работу. Поэтому этот продукт всегда может быть в женской сумочке, в дороге, в машине, батончики на перекус. Также именно кисели, каши, да, которые многие именно с утра переходят на вот такого быстро приготовляемые каши, которые можно на работе только запарить кипятком, причем они очень хорошо сытят. И следующий продукт – это и чай. Травяные чаи, да, очень хорошие чаи, пожалуйста, вы можете их попробовать.
Также именно в ассортименте у нас есть кофе, итальянское кофе. Причем, когда разговаривали с руководством Сергеем Сергеевичем, как-то спросил у него, почему бы не сделать в компании кофе, может быть, с примесью там женьшеня, примеси какого-нибудь гриба или примеси еще чего-то, как многие компании делают, на что он гениально сказал. То есть мы хотим дать нашим людям именно кофе, именно натурального вида. Да? Поэтому натуральное кофе, и который можно использовать как растворитель, как растворимое кофе в дороге. Поэтому попробуйте наше кофе. Многие просто, я думаю, влюбятся, потому что здесь нету никаких примесей чего-то. Это просто очень вкусный натуральный кофе. И, конечно же, наша паста, паста фреш, зубная паста с экстрактом коры дуба, что мне интересно было увидеть здесь именно ионы серебра. То есть идет серебро, мы знаем, как антисептик, то есть противобактериальный. Поэтому часто уже слышали такие ситуации, когда маленькие порезы, просто даже на теле порезы, люди накладывают нашу пасту и видят, как быстро идет процесс заживления. Поэтому можем только порекомендовать, возьмите эти продукты и получите именно свои результаты. Мы уже уверены в том, в продуктах уверены в том, что обязательно будут результаты. То есть нам не нужно делать большую рекламу нашим продуктам. Они сами отвечают за себя. Поэтому компания стремительно развивается в стиле Go, мы говорим, компании EPL Go. Почему? Потому что именно в компании EPL есть система, система, которая прописана, скоростная система достижения успеха. Именно в компании есть программа обучения. Сегодня в программу именно есть сотрудник, который чисто направлен для того, чтобы именно дать профессиональное обучение нашим партнерам. Проводится очень много разных семинаров, марафонов. И люди, как те, которые никогда не слышали слово «сетевой», или, может быть, те же скептики, как и мы с Надеждой когда-то, да, которые еще не увидели для себя перспективу, возможность измениться, мы говорим, да, подключитесь, потому что компания EPL уже имеет абсолютно прописанную пошаговую систему, и любой не имеющий опыта сетевой индустрии может добиться здесь результата, причем за короткое время. В компании EPL есть интеллект, искусственный интеллект, внесенный именно в программу, внутреннюю программу, именно контроля, можно сказать, своего бизнеса. Да? Это внутренний бэк-офис, где есть подсчеты, есть именно прописанные, что нужно сделать, в каком месте обратить внимание. То есть и это помогает нам так называемое EPL. Представляете, компания уже сегодня работает на новом уровне, новой формации, и уже все под сделан таким образом именно, чтобы наш бизнес был простым, доступным, легким. В компании «Система в Go» входит также 3M. 3M – это модели, материалы и мероприятия, модели подписания. То есть это «стань партнером». То есть компания не говорит «возьми продукт, да, и продавай онлайн-магазин, открой свой онлайн-магазин». Компания ни в коем случае не говорит. У компании есть свой собственный онлайн-магазин. И мы можем только рекомендовать попробовать тот или другой продукт. И поэтому каждый партнер или каждый клиент может стать партнером и пользоваться продукцией уже со своей скидкой. Поэтому мы говорим, стань партнером, получи свой результат продукта, изучи весь материал, да, третий шаг. Поэтому участвуйте в разных мероприятиях, такие как вот сегодня мы проводим онлайн ПВК. У нас проводится еще больше семинаров, это бизнес-семинары, ВВС. То есть очень много разных мероприятий, которые уже есть система пошаговая. Шаг номер один – VIP-новичок, шаг номер два – то есть лидер, то есть уже карьерный рост, и шаг номер три – это мастер. Поэтому система подписания – именно простая. Почему мы говорим подписание? Потому что мы каждому даем этот шаг. Шанс и шаг выполнить самостоятельно. То есть мы не предлагаем продукт на перепродажу. Мы же даем именно информацию, когда люди сами выбирают для себя, кем они хотят остаться в компании PL. Просто потребителями,
активными потребителями, VIP, так скажем, клиентами или партнерами. И партнеры, опять же, можно сказать, что есть тоже разные партнеры, которые, может быть, только рассматривают предложения, может быть, да, наблюдатели. Поэтому для того, чтобы наблюдать и быть уверенным, в компании есть все материалы, которые находятся также именно в облачных сервисах APL, да, где можно и за 11 лет абсолютно посмотреть все ролики, все фото, все материалы, которые все это находится в компании APL. Компания открыта. Даже я вам маленький секрет скажу, не секрет, наверное, сказать, да, это нормальные вещи, что многие приходят в компанию, уходят, да, по разным причинам, может быть, не до конца осознали или поняли, но весь материал, фото, видеоматериал находится в компании. И поэтому видеоматериалы, вот просматривая все ролики, можно посмотреть, как компания именно шла к своему вот международному развитию. Поэтому очень рекомендуем всем обратить внимание и просмотреть все YouTube-каналы компании, основные YouTube-каналы, как все презентации компании, да, презентации президента компании. Это все есть именно в материалах. То есть можно прямо концепты писать, именно рост, развитие, да, и на этом уже складывать свой путь роста. Насколько серьезна компания APL? Компания APL действительно динамично развивается, захватывает все больше и больше регионов, захватывает все больше и больше стран. И находясь по ту сторону экрана, неважно, где вы находитесь, вы уже сегодня можете строить международный бизнес. Да? Причем компания, которая не стыдно сказать. Почему? Потому что компания действительно есть официально зарегистрирован на платформе Business Forum, это международная платформа, где есть полностью уже вся информация по годам. Да? Компания занимала первые места в рейтинге лучший по голосованию Business Forum, лучший продукт для укрепления иммунной системы, лучшая компания прямых продаж. В 2022 году из 100 компаний, которые в процесс пандемии сделали плюс, компания была, представляете, на 44-м месте. Это очень круто. Да? Компания, именно выплаты компании, 63% в сеть, в индустрии. Компания отмечена значком таким, как 3А, очень важный момент. То есть многие компании сегодня, которые еще больше на рынке лет, да, которые больше делают объемы, но, к сожалению, продукт, да, уступает продукции компании APL, то есть 3А. И поэтому компания, как я уже сказал, создана в 2011 году. Многие так говорят, что нужно в компанию заходить, когда она новая. Да. Я, может быть, соглашусь с теми людьми, но соглашусь, в каком случае, когда компания заходит с Америки, с Европы на постсоветское пространство, тогда да. Потому что, как правило, уже она на рынке 10, 12, 15 лет, и только потом заходит на страны СНГ. И те люди, которые думают, что они стоят у истоков, так называемой компании, которая только зашла на территорию, там, скажем, России, Украины, Белоруссии, забывает, что именно топовые позиции уже заняты, да, то есть многие уже в Европе знают об этой компании, да, можно стать хорошим лидером только в своем регионе, но мы сегодня говорим о том, что у нас с вами есть возможность, наоборот, развиваться, и сегодня позволяет компания, именно открывая международные рынки, то есть исходя из русскоязычной, да, из России, стран СНГ, выйти на мировой рынок, то есть именно и для нас открываются грандиозные возможности, и для этого компания все делает. Это совершенно другие объемы, я знаю, о чем мы говорим. Это совершенно другие доходы. И сегодня знаю, что наши лидеры по истории, история именно развития индустрии MLM среди стран СНГ, наши лидеры, это лидер, который очень-очень-очень отличается именно своей доходностью. Вы можете это все посмотреть в роликах, посмотреть доход наших лидеров, наши доходы, сравнить с любой другой компанией.
Компания выплаты в сеть именно 12 выплат. То есть многие скажут, вау, сколько, как много. Но главное не сколько количество выплат, а именно как грамотно они распределены в сетевой индустрии, в маркетинге. Поэтому компания наша APL Go имеет такой, так называемый, актив-бонус. Очень важный момент. Бонус жизни. Я знаю, в многих компаниях люди мечтают десятилетием сделать или так называемый пенсионный бонус. То есть в нашей же компании после первого года уже есть доступный этот бонус, бонус жизни. Представительский бонус. Станьте представителем, да, откройте представительство. Бонус руководителям регионального центра обслуживания. Это дополнительные бонусы, которые компания выплачивает. И бонус бесконечности. Многие говорят, вау, у вас там есть какие-то ограничения. Нет, у компании нет ограничений. Есть бонус бесконечный, который составляет от 1 до 2,5%. Какие это, да, обратитесь к тем людям, кто вам пригласил, и разберите досконально, да, посмотрите, сверьте с любой другой компании, именно сравнение познается истина. Компания APL выплачивает 30% клиентского бонуса, от 2 до 20, я вернусь потом, возвратного бонуса, стартового бонуса от 20 до 20, лидерского до 20%, структурного до 10% и групповой бонус. Да, если все бонусы сложить, то есть многие, я уверен, просто до конца не поймут, но вы можете поверить, что именно выплаты в сеть 63%, а за клиентов бонус выплачивается 74%. Бонус возвратный. Что это значит? Многие это называют как кэшбэк. Да? Многие гордые компании тем, что они каждому выплачивают кэшбэк. Мы же говорим, этот бонус в компании APL есть, но только на те продукты повседневного спроса, какашек, кесельи, батончики. И он составляет от 5 до 20% именно суммарно. Вы можете воспользоваться этим бонусом. Клиентский бонус. Это бонус те, которые люди, которые говорят, а я не хочу стать партнером компании APL. Мне достаточно просто быть, или я хотел бы приглашать людей, которые просто будут клиентами. И мы говорим, пожалуйста, есть у нас такая возможность, и компания выплачивает клиентский бонус за каждого клиента до 30%. Уникальная компания, уникальная возможность. Мы почему это говорим? Потому что в компании есть такое понятие 25 условных единиц. За 25 условных единиц, грубо, если я в долларах скажу, это, наверное, $20. За $20 вы можете уже являться или построить свою международную сеть. Да, это маленькая инвестиция в себя лично для того, чтобы вам компания предоставила эту возможность. Те люди, которые хотят именно получить результат, а мы говорим, их нужно просто приобрести, иначе просто нету этой мотивации другим что-то рассказывать, показывать. Поэтому уже со 100 условных единиц вы можете стать уже партнерами компании APL. Компания APL предлагает вам именно карьерный рост развития. И поэтому у нас именно вся карьерная ступень, вот лестница, да, по развитию, именно делится вот на три таких этапа. Этап именно менеджеров, тех людей, новичков, которые могут именно через клиентскую аудиторию, именно через свою активность, через материал обучения именно вот сделать это наряду или параллельно с той профессией, на которой вы сегодня вынуждены работать. То есть мы говорим в Германии Nebenbei, то есть параллельно, да, вот если вы работаете и получаете основной доход, вы можете параллельно сегодня рассмотреть предложение сотрудничества с компанией APL. Почему? Потому что мы приглашаем в компанию APL и говорим, что сетевой маркетинг – это победители, это на длинной дистанции. Это не люди, которые зашли и быстро, да, именно это не финансовые пирамиды, это не какие-то быстрые, да, доходы, которые многие соблазны, да. Поэтому мы говорим, что это длительный проект, который сегодня уже закладывается на поколение. Вот. Следующий – это этап такой, когда вы можете уже стать частным предпринимателем, национальным директором, международным премьером, то есть и уже международный такой обхват – это именно амбассадорство. Амбассадоры – это люди, которые уже открывают страны, континенты, филиалы, и это все возможно в компании APL.
Сегодня компании UPL есть уже люди, которые входят, да, которые уже входят в общество, да, именно миллионеров, те, которые действительно уже сегодня заработали в компании свой миллион. Это, конечно же, награды, которые каждый может для себя именно сделать развитие, получить. Если вы где-то будете на презентации, увидите у кого-нибудь такой трехлистник, вкрапленный диамант, вы можете сразу посмотреть, это как звезды на погонах или на лычке, да, именно на какой позиции находится тот или другой человек. Что он сделал такого, вы можете подойти к нему, спросить, как это он сделал, что он сделал для того, чтобы получить ту или другую маленькую награду. Компания EPL, я считаю, гениально. Почему? Потому что опыт большой работы в прямых продажах. И знаю, многие компании работают именно линейно, да, вот страховые агенты работают. То есть разница между партнерами, разница в доходах, люди приглашают, чтобы получить какой-то определенный дифференц, разницу. То компания EPL все одинаковые. Мне это очень нравится. Неважно, когда вы пришли в компанию, новичок, который зашел буквально месяц назад, или тот человек, который уже находится в компании 10 лет, мы получаем всю продукцию компании по одной цене. То есть нету у нас разницы именно за того, что может быть какой-то, да, то есть опыт у вас большой. Поэтому от 100 условных единиц мы предлагаем так называемые пакеты. Как это объяснить? Но это можно сказать так. Представьте себе, что вы хотите открыть, может быть, какой-то киоск, продуктовый киоск, да, например, и пришли в оптовую базу. И говорите, я открыл киоск и хотел бы у вас закупаться. И вам продавец оптом скажет, да, какую партию вы хотели для себя приобрести. Вы говорите, не, мне пара килограммов яблок, пара килограммов груш, мне пара килограммов. То есть какую, возможно, может быть, даже и не станут вам продавать, да, большими партиями. А может быть, только, скажем, ну, минимальная закупка. У нас может быть один ящик. Да, и поэтому в этом случае мы говорим, это те люди, которые еще сомневаются стать партнерами, они, может быть, хорошие клиенты или VIP-клиентами и хотят попробовать себя. Поэтому пакеты 100, 200, 400 – это те пакеты, количество продукции, которые сами потребители для себя могут выбрать, стать партнером и получить уже со скидкой от 20 до 50%. Вот и все, гениально, очень просто. Те партнеры, которые говорят, ну я имею уже сеть киосков, я бы купил бы 5 ящиков это, 10 ящиков эти. То есть у них другое предложение, им говорят количество, да, например, 600 условных единиц. То есть набирает больше количество партий. И 1800, 3000 – это те люди, которые уже компания видит, что они готовы именно осознанно именно взять продукцию. Почему? Потому что действительно продукция уникальна, и уже многие на своем примере рассказали, что она действительно заканчивается. Она репотребляема. Очень важный момент. Не продавая продукцию, она нужна для вас самим. И угощать, да, делать презентации. Поэтому мы говорим именно, компания, независимо на какой статус пакета вы для себя выбрали, компания готова выплачивать именно стартовый бонус. Бонус – это за каждого приглашенного человека в вашу систему. И компания уже вам готова дать процент, именно тот процент, который ваши люди выбрали. То есть на статус 100 условных единиц 210%, статус 415%, статус 600 условных единиц 17,5%, и на статус VIP и статус Diamond, да, мы говорим, это самый большой пакет, 20%. То есть независимо от того, делаете вы активность, не делаете месячную активность. Многие боятся этого, что становясь именно партнером какой-то другой компании, необходимо каждый месяц закупать. Нет, если вы просто хотите быть рекомендателем именно продукции, и вы кого-то каждый месяц рекомендуете и даете возможность купить ему этот продукт со скидкой, вы всегда будете получать стартовый бонус.
Но это еще не все, потому что многие люди начинают с малого, потом начинают разбираться в системе, о которой мы говорим, рассмотрите эту систему и так же, как на нашем продукте, получите свой результат. И потом люди начинают понимать, что оказывается выгодно каждый месяц покупать для себя любимую продукцию компании EPL для того, чтобы дополнительно получать именно все плюшки, которые заложены именно в сетевом, в маркетинг-плане компании EPL. То есть это групповой бонус. Групповой бонус – это бонус по бинарной системе, выплачивается от малой ветки и не только от ваших лично приглашенных людей. Так называемые люди, которые стали после вас в систему, у них появляется именно место, куда вы их поставите, и, возможно, сверху или партнеры ваши, вы сами поставите. То есть у них появляются люди, так называемые переливом, которые дают им возможность получать объем с продажи. Поэтому, узнавая о том, что у них есть определенный объем уже, они могут выстраивать именно систему таким образом и получать дополнительно от 10 до 30% по малой ветке. И многие в этот момент сразу говорят, а ваша компания бинарная система. Мы же говорим, нет. То есть это единственный бонус, который выплачивается по бинарной системе, но на самом деле он у нас 9-нарный. Поэтому компания дает возможность открыть в перспективе до 9 веток и партнеры компании EPL получают от 8 малых веток свои доходы. Это большое-большое преимущество перед теми компаниями, которые работают только по бинарной системе. Мало того еще, чек от чека распределен таким образом, что ваши партнеры, которых мы обучаем совместно на всех занятиях, вебинарах, презентациях, которых именно обучаем стать лидерами, тоже как вас. И вы, так как вы пригласили такого лидера, вы получаете лидерский бонус от зарплаты группового бонуса ваших лично приглашенных. И этот лидерский бонус у нас распределен таким образом от 20 до 2%. На примере, управляющий директор, это самый максимальный пакет, имеет право получать до 5 уровня, с 1 уровня со своих приглашенных от группового бонуса дохода 20%, и до 5, 2 уровень 10%, и до 5 5%. Это самый любимый наш бонус Надежды. И при любом общении с любым человеком, который по ту сторону экрана, да, занимался когда-то в другой сетевой индустрии или в другой компании, это как раз тот бонус, который говорит о том, что именно в нашей структуре, именно наши люди именно получают доход. Потому что я знаю, что многие люди, занимаясь сетевым маркетингом, я знаю такие компании, которые мотивируют основную массу выйти на доход в 1000 евро. То есть мы же говорим, в компании EPL 1000 евро в месяц – это не предел совершенства. Не надо даже быть большим-большим крупным лидером. Это все можно сделать с маленькой командой. Поэтому сядьте с тем человеком, который вас пригласил, и именно досконально прочитайте маркетинг-план и с ним разберите эту возможность, перспективу роста и развития. Следующий бонус, четвертый бонус, это основные бонусы, которые я хотел сегодня проговорить, это структурный бонус. Что это? Это мечта всех предпринимателей. И многие сегодня, те, которые работают в других компаниях по разным системам, не до конца понимают, в чем уникальность именно этой системы. Это линейная именно с компрессией система людей-потребителей или тех партнеров, которые делают месячную активность для себя любимого, компания готова выплачивать. И теперь я вам на примере покажу, в чем разница компании EPL. Компания EPL с первого уровня ваши лично приглашенных людей выплачивают от их закупки для себя любимого со скидкой. Компания готова вам еще выплатить 5%. Со второго уровня 6%, третий уровень 7%, четвертый уровень 8%, пятый уровень 9%, шестой уровень 10%.
те люди, которые в течение 3 месяцев или через клиентскую базу себе сделают большой пакет, которым можно постепенно дойти до этого и сделать так называемый апгрейд, максимально пакет 3000, выйти на пакет для себя, вы будете получать именно структурный бонус от всех 6 уровней 10%. И определенная квалификация национальный директор, как я говорю, до бесконечности, от 1 до 2,5%. Поэтому только на этом примере структуры бонуса видно, именно любой математик это сразу увидит, 60% все только на этом структурном бонусе компания отдает обратно. Поэтому мы говорим, что мы уникальные, мы другие. Просто проблема в том, что мало людей, которые готовы садиться с нами и досконально разбирать, а еще лучше на своем опыте, да, ощутить вот этот вкус возможности компании EPL. Я это же на своем примере, именно так, как многие сейчас занимаются инвестициями, да, то есть многие готовы вот рассказывать, какие у них хорошие доходы на вложенные там деньги или какая-то компания, новый проект, посмотрите. Я вам могу так сказать, основная масса компаний, которые выплачивают на первом уровне больше процент, для того, чтобы просто сравнение показать именно, я вам предлагаю именно вот такой график посмотреть. То есть возьмите себе за пример, например, 2 человека сверху вот пирамидально, да, как многие делают. То есть у нас вы видели наоборот, на рост идет. А есть многие компании пирамидальные, которые, смотрите, за 2 приглашенных человека в вашу систему, например, сделаем такой пример, закупились на 1000 условных единиц, то есть это 2000 суммарно. В многих компаниях, например, первый сверху верхняя 10% – это 200 условных единиц выплат. Смотрите, 2 плюс 2 – 4, 4 плюс 4 – 8 и так далее. То есть 6 уровней – это получается 2, 4, 8, 16, 32, 64. Пусть это будет 4 человека, партнера, клиента, неважно. Теперь смотрите, каждый по 1000, верхний, 2000, 4000, 8000, 16, 32, 64. Суммарно, это объем товарооборота, который прошел в первом верхнем, да, примере, 126 тысяч PV. Это объем, который вы с вашей команды сделали, да, купили, можно сказать, продукции. Или представьте себе, конкуренции, выплаты идут. В первом уровне 200. Второй уровень 360, смотрите, сравнение со вторым графиком. На первом уровне на 100 больше, второй уровень тоже на 120 больше, тут 360, тут 240. Третий уровень, смотрите, 640, 560, тоже 120 больше, да, то есть многие, вау, компания ваша недовыплачивает, да. А теперь посмотрите следующий уровень, да, 1120, и здесь получается 1280, то есть уже на 160 в компании PL больше пошли. Теперь смотрите, что происходит с массой. Масса, когда именно 5 уровень, 1920, в нашем случае 2880. В первом случае это 5%, 3200. В нашем случае это 6400. Давайте все сложим, давайте сравним. То есть в первом случае, во втором случае те же самые объемы, прошедшие 126 тысяч PV объем, я разделил, в среднем получилось, да, на количество, получилось процентом отношения от суммы выплачено было 7440, это зарплата в сеть. Это суммарно составило 5,6%. Многие компании таким образом работают, когда много дают новичкам, поэтому есть так называемые колобки сетевые, которые приглашают в одну компанию, потом бегут в третью компанию, которые бегут в пятую компанию, везде они первые, везде, именно почему? Потому что они только преследуют свои интересы, они только снимают сливки, да, и поэтому именно из-за этой причины. Поэтому в компании PL мы именно открываем возможность для всех абсолютно именно долгосрочный проект, репотребляемый продукт, препродукт, который действительно о себе говорит сам. И посмотрите, что получается в нашем случае.
те же самые все суммы, 126 тысяч PV, объем товарооборота, выплат суммарно составил 11 460. Даже те люди, которые не даймонды, зашли просто попробовать в компании PL. Суммарно это составляет 9%. 9% в отличие от 6%. Уже есть разница. И те люди со временем, которые понимают, к чему мы говорим, почему важно получать не только по одному бонус, а еще зацепить все другие плюшки, которые компания предлагает, именно стать даймондом. Только на одном примере здесь показано, что уже 12 600 за те, одни и те же работы, за одни и те же условия, за одно и то же движение. Так как я сам по специальности агроном, поэтому все люблю именно смотреть, как развивается структура, как развивается именно отношение к природе, как взаимодействовать с природой. Да? То есть всегда говорят «Erst mal dienen, dann verdienen». Есть такая немецкая пословица. Сначала нужно что-то посадить. Есть время разбрасывать камни, помните, есть время собирать камни. Поэтому те, которые хотят именно получать пассивный именно доход и постоянный этот доход, то есть нужно что-то сначала отдать, нужно приготовить. И поэтому смотрите, если вы только возьмете бинарную систему, я не в этом графике хотел именно показать только два B, два пригласить, те два пригласили четыре. То есть это как бы математически стандартное явление, которое многие компании говорят. У нас не надо работать, пригласи только два человека. Это немножко не так. Почему? Потому что работать нужно не только с двумя человеком, а именно помогать всем людям добиться результатов. И это тоже труд, это время. Но в нашем случае, посмотрите, два человека, те люди, которые только для себя любимого, каждый месяц сделали на 40 PV активность, то есть это могут быть просто клиенты, VIP-клиентов. Суммарно их 2, 4, 8, 16, 128 человек. Всего лишь 128 человек, не 1000, не 2000, не 3000, 120 человек. Это объем товара, который проходит 5120 PV. То есть вы, ваши люди именно закупились на это количество именно продукты для себя любимого. Суммарный чек, который в вашем случае составит 458. То есть это, грубо сказать, через 40 отдать, а 458. То есть от 458 опять следующий месяц 40 отдать, да, и получить опять 458 обратно. Что это означает? Это означает, при Diamond чек составляет 10%, вы помните, от всех уровней, это получается 1000% на свои инвестированные деньги в начале месяца. Ведь процесс инвестиций, процесс долгосрочный, всегда говорят, да, синвестируй, подожди 10 лет, мы не нужно, смотрите, это может быть день, два, три, четыре, пять, да, это может быть сильно активные все такие люди собрались, это может быть месяц, два, три, четыре, пять, шесть месяцев, это может быть год, два, три, четыре, пять, шесть лет. Но это пассивный доход, который сегодня может каждый партнер компании PL именно получать. Да, если правильно раскроет систему возможностей для всех людей, да, привлечет именно людей, которые тоже увидят эту возможность. Это могут быть дополнительные возможности для студентов каждый месяц получать грубо 500 евро. Для пенсионеров это дополнительная возможность, может быть, в пенсии. И те люди, которые сегодня вынуждены подрабатывать или идти на работу, это дополнительная возможность к вашей основной работе получать доход. И это и всего лишь 128 VIP-клиентов. Те люди, которые уже к нам пришли и вкусили вкус и поняли систему, я именно показываю для вас, что не два человека, да, а именно мы построим именно команду единомышленников, которые приглашаем к себе в команду и возьмем простую систему 5. 5, 25, 125, 625, 3125, 15, 625 и 19 520, 30, 530. То есть многие скажут, вау, 19 тысяч, где я возьму столько людей? Но только по одному бонусу я могу вам так сказать. При идеальном случае это при 40 PV в месячное, да, для себя любимого. Ни большие пакеты, ни куда-то перебегать, продавать, только для своего потребления. Это составляет именно 781 объем 1200 PV.
Чек при этом суммарно составляется 76 тысяч евро, можно сказать, в месяц. И у нас уже есть такие партнеры, вышестоящие лидеры, которые сегодня в два раза чек превышают именно 76 тысяч. Это не просто слова, это уже факт. Да? И теперь самое важное, многие говорят, а может быть это недостижимо для меня лично. Я могу так сказать, что не все люди 19 530, конечно, могут в этом месяце, может быть, что-то купить. Но возьмите, уберите, первые два человека ушло, четыре человека ушло, то есть пять ушло, 25, 125, 625, то есть купили другой компании, может, ушли. Возьмите только 15 625, это верхний уровень, который... Автоматически, что такое компрессия? Компрессия дает возможность этим людям, если люди уходят кто-то, к вам приближаться на первый уровень. Так называемая пирамида или воронка перевернутая. Поэтому именно работая с перспективой, мы вам именно можем сказать, да, обратите внимание, те, которые активны, поймут систему, дает возможность именно получать, да, 15 тысяч. Это может быть в год, да, это может быть в месяц. Да, представьте себе 15 тысяч, задумайтесь, 15 тысяч евро в месяц. Это реально просто. Но здесь нужно просто понять систему, как я должен приготовить свою платформу, что я должен изучить, как мне нужно понять систему, какие страны, может быть, для меня открыть и что в перспективе меня ждет. И сегодня уже закладывать этот проект будущего. О чем я хотел сегодня сказать? На примере прошлого года компания EPL сделала официальные данные на платформе Business Forum. 230 тысяч миллионов евро объем товарооборота. Если мы говорим, что 63% выплат идут в сеть, то значит партнеры компании EPL в прошлом году получили 147 миллионов евро выплат. Как они распределились, кто их, какую часть от них забрал себе, это всегда можете решать вы, какую часть из такого дохода вы хотите оставить себе. Представьте себе, это в год 147 миллионов, в месяц это 12 миллионов выплат только в месяц. В день это 403 890 в день. Компания обратно выплачивает людям, дистрибьюторам. В час это составляет 16 825, и в минуту 2280 евро. Представьте, сколько минут мы с вами ведем именно время, и за это время каждую минуту компания EPL выплачивает 280 евро за каждую минуту дистрибьюторам. То есть поощряет нас с вами за то, что мы с вами именно являемся только пользователями именно компании EPL. Но если мы хотим еще стать именно, и, как я сказал, вписать свое имя в историю развития компании, мы абсолютно с вами можем, у нас нет границ, мы можем с вами добиться абсолютно самых высоких вершин. Причем скажу, что самое большое – это коронованный амбассадор, которых у нас еще нету в компании, нету тех людей, которые о себе заявили. Поэтому вы можете стать именно тем человеком. Следующая компания дает, конечно, возможность. Компания возможность приобретать ту машину или путешествовать там, где вы хотите, приобретая недвижимость. И многие уже на своем примере купили свои квартиры. Да не одну квартиру, это лично знаем на своем опыте многих партнеров компании, которые сегодня обеспечили уже квартирами своих детей. Это, конечно же, возможность путешествия. Не только тех VIP-персон, которые в компании уже думают. Абсолютно каждого новичка компания приглашает в следующее путешествие, на следующее событие. Поэтому будьте в курсе событий. Да, очень много проводится всяких марафонов, всяких форумов. Да, поэтому в разных странах одновременно проходит несколько форумов. Поэтому смотрите за событиями именно... Посмотрите, где в вашем регионе поблизости проходит тот или другой форум, и приезжайте на этот форум. Вы увидите масштаб, совершенно другой масштаб. И мы видим, зайдите на наш YouTube-канал, посмотрите, как мы проводим именно презентации. То есть таких нету презентаций. Это шквал аплодисментов, это поощрение, это кубки, награды. А сколько подарков, это только говорит о том, что компания EPL есть доход.
да, и поэтому мы готовы каждому уделить время и каждому уделить внимание, и каждый уходит у нас с подарками. Поэтому это все именно заложено в систему Go в компании EPL, и компания EPL дополнительные для нас еще проводит такие мероприятия, как Golden People, EPL Seasons, да, перенос, с переносом сейчас вот был в Турции с мая на сентябрь перенесли, но будьте в курсе событий, поэтому приезжайте уже в Турцию, мы можем там с вами познакомиться. EPL Planet, летняя академия, BBS, большой бизнес-семинар, успешный старт партнеров, про продукт, вебинары, да, поэтому все для нас именно приготовила компания EPL. Поэтому, если вы хотите что-то изменить в своей жизни, если вы хотите себя поменять и действительно стать успешным, да, и быть благодарны, что мы с вами познакомились, вы должны двигаться вперед. Мы вам это рекомендуем. Рассмотрите наше предложение. Обратитесь к тому человеку, который вас пригласил на такую презентацию. Задайте все вопросы. Мы просим всегда с надеждой, наши любимые, дайте нам время и доверьтесь нам. Да, и вы будете благодарны со временем, если поймете саму систему, со временем, что вы можете изменить свою жизнь. Поэтому будьте готовы к большим доходам. Или спросите себя, а вы сами готовы к большим доходам? И как Сергей Сергеевич уже давно говорит, хватит просто мечтать. Пора действовать и по-настоящему зарабатывать. Вот на этой ноте я хотел бы закрыть свою презентацию, вам пожелать успеха, любви, процветания, будьте счастливыми, да, самостоятельными и не дайте никому, да, сбить вас с толку, осуществите свою мечту, которую предлагает вам компания EPL как инструмент. Благодарю.